Так, дальше. Здравствуйте, Валерий Костинович. Хочу поделиться скромным успехом. В этом году первый раз попробовали свой абрикос. Прививка 2020 года. Абрикос Серафим на сливу. Второе поколение. Завязался только один плод. Но мы были очень рады. Вкус исключительный. Кроме этого, растет больше 10 посаженных из ваших косточек, привитых вашими черенками абрикос. Ну, сад готов. На них были в этом году только отдельные цветы, плодов не... А, первоцвет. Первоцвет, я всегда говорю, первоцвет-пустоцвет. Эта зима была самая снежная за последние 10 лет. У трех абрикосов из 15 подопрело как раз снизу штамба. Я неплохо себя чувствую. Остальное в порядке. Огромное вот спасибо и здоровье. Так вот, трех из 15. Терпимо. Терпимо. Почему? Потому что человек провел первичную, назовем ее, как-то назовем ее, первичную селекцию. Вот. А потом уже, когда пойдут потомки, это уже там, скажем, годом все лучше и лучше, с каждым поколением. Вот так вот. Ну, теперь любуемся. Пусть один плод. Но вы посмотрите на это чудо. А главное, я всегда смотрю на дерево. Я смотрю на листья. Вот. Так. Я смотрю на листья. Вот. Видите? Абсолютно здоровое дерево. Мы еще покажем вам больные деревья и глупые советы. Это будет ниже. Ну, нормальный абрикос. В этом году я ими очень недоволен. Этот солнцепек – это западный склон. То есть солнце запада, а с востока получается вот этот склон. Очень удачное место, прекрасное плодоношение. Все хорошо, кроме одного. Вот, в этом году засуха дикая, они ни разу не политы. Ни единого раза. Хотите, перекрестись? Вот. И в результате, да, за ним питомник, он поливался. Иногда. Крайне редко. И через него смотрится небо. Лист мелкий. Вот. Ну, урожай был приличный, потому что это уже второй сбор. Вот это просто как учебный снимок. Подвернулся под руку. Посмотрите. Склон лучше, чем ровное место. Здесь не выпрямляет никогда, основание штамба и корневая шейка, только потому, что он находится на склоне, и здесь вода не задерживается. Рекомендую. Будете выбирать участок, выбирайте таким образом.